Бля, да не торопись ты, сука, не могу смотреть на твои постоянные перерестарты, блядь. А придется еще помучиться, потому что... Ты нахуй отсюда, блядь, да как ты меня заебал. Вот я так берешь... Умер. Ну давай, давай, давай. Вот так скидываешься, и просто, блядь, цепанул и упал. Да быстрее просто, потому что заебал. Да блин, я все делаю, видишь, рассудительно, правильно, чтобы не напороться ни на что. Не нужно долго рассуждать, даже просто, вот здесь вот смотри. А, не нахуй. Не хочу, нет, лучше это качай, только качай. Так, все, я разобрался, я тебе могу подсказать дорогу. Я не могу рот свой здесь пропустить, у меня очень тяжелый... О, все нормально. Ну блин, ну дед, ну я только первый раз в жизни прошел, правильно. Без последствий, так это же... без посредников. Я опять прошел самостоятельно. Да это же супер легко, что здесь проходить, берешь вот так... Меня не кидай, меня только не кидай! Что ты мне делаешь? Теперь у тебя какая-то проблема с прохождением, правда? Нет проблем. Я увидел это по траектории своего полета. Вот когда ты меня толкаешь, мы всегда проходим. А, отличненько. Блять. А, впрочем, уже не важно. Но я выживу из этой ситуации, выберусь. Я Bear Grylls. Надо как-то зацепиться, мне... Как-то зацепиться нужно. Стой! Сейчас сделаю. Нет. О, все, ты-то зацепишься, все, но все. Я-то что так, со мной будет? Меня, все, как мои все дети? Все нормально, успокойся, все в порядке, бля. Мне не очень это нравится, идея. Ну, отлично. А теперь ничего не делай, не отпускай. Хорошо, приподнимись наверх, приподнимись как бы чуть. А, ты еще и морковочку хочешь взять. Слушай, ты не человек. Именно необходимо. Ты герой. Бля. Я беру свои все слова обратно. Все, отлично. Вот теперь я не умру. Ты че, блядь? О! Да ты гонишь! Нет! Господи, спаси! Ну, Б было глупо, иди здоровяком. Но теперь нужен негив и мид. О боже, что происходит? Боже, какие-то ты соблазнительные вещи постоянно говоришь. А я почему-то иду у тебя на поводу. Ты кто Давай, такой? Ты что, зажмем папочка? Просто мидл. Кто убивает мид человека, тот... Ну тут киборг-убийца. Очевидно. Поехали. Минус! Но еще! Еще! Где ты, сука? Где ты? Постучусь к тебе. Понятно. Что ему понятно, интересно? Земля круглая такой, да? Что на эти спауне кто-то есть. Непонятно, блядь. Желтый цвет, желтый, блядь. Я так и знал. В России Путин. Так, меня опустили. Так. Только Артём, тебе поднимаю. Вот эту кнопку, все. Которую нужно будет два раза нажать. То есть ты сейчас на нее один раз прыгнешь, второй раз прыгни. Подожди, сейчас, Аркаша. Аркаша, подожди, получается вот так. Я чекпоинт взял просто и все. Меня опять опустили. Сейчас я подниму, вы вместе просто. Сейчас я буду прыгать на чекпоинт. Давай, сначала туда, потом на чекпоинт. Все, я на чекпоинте. А, там чекпоинт есть, блядь. Да, он справа в стенке. Арсен не взял. Арсен, возьми чекпоинт, чтобы мы не проходили заново все это за тебя. Вернись и возьми чекпоинт. Тупой. А почему я один? А что здесь сейчас? Почему ты проходил ее, да? Нет, я не знаю. Стойте, пидорасы! Я третий. Ой, Артём прошел. Арсен. Жалкое зрелище. Кстати, удобнее проходить так. Ты серьезно? Ты все еще здесь? Арсен, такой совет. Ты не по центру дорожки ползи, потому что по центру достанут кувалды, а с краешку не достанут. Понял, что? Блять, я уже видел, как он летит сейчас у них. Все, ребята, они... Сколько им энергии. Не поднимет. Он поднимется сегодня. Он засыт, ставит бомбу. По времени будет смотреть свою зад. А я тем временем... Вот пидорас. У тебя был звук минирования? Да. А у меня как будто нет.
Сосать! Блять, что это? Бля, нет! Хорош! Хорошо, хорошо, чуть сам не посидел, боже, чуть не родил. Нашли с ежиком в тумане. Они еще не поставили, да? С двумя хп делались перевороты государственные. Смотри, что я сделаю. Ниндзя, дефьюз, yes, guys. Я им написал, что Рой на сей. Фаста! Ебой! Фак! Ламбанана, вы за кей. Что-то? Что? Они зевсами стреляют? Вот это баги! О, можно в подвалах администрировать. Что? У тебя выход... Здравствуй. Стой, дай где. Я тоже хочу посмотреть. Это знаешь, когда поехал на пляж с друзьями, они тебя закопали и уже ехали, бедняжка. Опа, Тоха. Я его шотаю, он вышел из-под контроля. Еще один. Блять, да это я, дебил. Хороший ключ. Впереди нас челобот, походу. Вышел боком. Как, блядь, стрелять, ебаное говно нахуй! Да. Да я ебал. Ты еще живой? Да. Он, возможно, в магазине. Даю туда хаешку. Это заря. Бам! Ептать, взрыв. Захожу внутрь. Ты чувак, блядь, дурак! Ну я же сказал! Тоха, извини! У меня 4 здесь эти. Бери ремкомплекты с собой, это же частое явление выпитых конечностей. Да мне ложить некуда, у тебя уже этот, большой. Спасибо большое, Тох, спасибо. Спасибо большое за просмотр, я очень надеюсь, что действительно поднял вам настроение, потому что только этим я здесь и занимаюсь. Собственно, ну а пока, всем пока.